Каток на площади Славы – излюбленное место для семейного отдыха горожан. Борис Логинов живет неподалеку. В этом году он еще не выходил на лед, поэтому пришел проверить его качество. В ближайшее время планирует покататься здесь вместе с внучкой. Популярность вообще-то среди молодежи растет. Я смотрю все больше и больше на коньках. У меня обе внучки и катаются, приходят. Да, я с ними катаюсь. Здесь такая праздничная атмосфера, да, здесь нравится всем бывать. Каток площадью более 2000 квадратных метров вмещает до 150 человек. Здесь обустроили теплые раздевалки, соблюдены и меры безопасности. Около входа в помещение установлен санитайзер. Также в прокат можно взять коньки. Зимние виды спорта – излюбленная забава в семье Макаровых. Владимир пришел покататься на коньках вместе с внучкой Милой. Говорит, никто их в семье мороза не боится, от него быстрее кровь бежит по жилам. Но подготовиться к катанию на коньках все-таки приятнее в теплом помещении. Вообще отлично просто, что есть раздевалка. Потому что коньки были очень сильно замерзшие. Их трудно было даже раздвинуть, чтобы ногу вставить. Это они оттаяли, мы переоделись, нам хорошо. Я думаю, что на котах как раз это самое оптимальное, поскольку открыто пространство от холода. Я так думаю, что микробы и вирусы все помирают. Дистанцию здесь легко соблюдать, так что это идеальное решение. Это хорошо, что есть такая возможность вообще покататься с видом на Волгу, красиво же. И для детей, и лишний повод объединиться всей семьей. Прийти, чем просто так сидеть в гаджеты, залипать все время. В прошлом году было прекрасно, и в этом я вчера выходила, в 15, минус 15 градусов было, народу было очень много катающихся. Вообще праздничное настроение получается. Тут у нас музыка, свет, иллюминация. Прекрасно, мне нравится. Каток на площади Славы в прошлом году залили впервые. Он работал до 20 февраля. Почти за два месяца площадку посетили более 20 тысяч человек. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.